Казанском федеральном университете стартовал новый специальный проект в Инстаграме, который призван помочь абитуриентам, желающим поступить в Казанский университет. Проект получил название InstaLife, а его целью является проведение цикла прямых трансляций, на которых представители вуза ответят на вопросы не только абитуриентов, но и родителей. Абитуриентов интересуют возможности проживания в общежитиях Казанского университета, какие правила распределения детей. А также ребята интересуются, в принципе, формами обучения, направлениями. То есть, по сути, их интересуют все аспекты их будущей студенческой жизни. Обо всех прямых трансляциях можно будет узнать заранее на официальных страницах университета. Диана Шахидинова, Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.